Советский лагерь, у нас один из лучших, сохранился. Он этого не допустил. Хотя, ну, четко понимал, что зарплату платить нечем, зарплата нищенская. Но он просто видел, что без этих подразделений у вуза будущего нет. Но это единственный ректор, вот, который в Томске сохранил пионерский лагерь, лагерь отдыха для студентов. Единственный, наверное, вуз, в котором до сих пор детский садик есть, в котором и студенты, и все понимают общежитие. Практически Геннадий Маркелович пришел, вот этот корпус начал строиться, все общежития он построил вот на Пушкина, девятэтажные корпуса. И вот то, что мы сейчас построили, многоэтажные общежития, это им же было заложено. Тогда все началось продвижение. Даже в тяжелейшем 93-м году в ТИСе не отошли от принципа единства учебного и воспитательного процессов. Восстановили студенческое самоуправление, многие самодеятельные и общественные организации. Создали ансамбли, концертные бригады. Жизнь стала ярче, жизнь стала веселей. Это юбилей был университета, ректоры поздравляли наш коллектив. На этой фотографии, конечно, при открытии нашего стадиона присутствовал губернатор Томской области, вот Иваницкого Сергей Николаевич, наш профессор, заведующий кафедрой. Мы очень много уделяем внимания творческому развитию студентов на стенах университета. И, конечно, чтобы был здоровый образ жизни. Студогородок наш уже 10 лет первое место занимает. Сейчас построили спортивный стадион, спортивную базу, студенты занимаются спортом. Успешная, интересная, насыщенная работа. Особый стиль дотошного и творческого внимания к людям, плюс великая дипломатия. В университете нет, пожалуй, человека, кто держал бы на него обиду, хотя с критикой не стесняется, но не боятся. Ответственность и доброжелательность Геннадия Маркеловича отмечают все, кто работает с ним рядом. Ведь многие профессора вышли из-под крыла Рогова, воплотили в жизнь его идеи. Для многих он был, да и остается учителем. Годы-то сложные очень были, особенно вот эти вот лихие 90-е годы. Но тогда сохранилась еще у людей порядочность. Многие вопросы, которые нужно было решить вот на том уровне, они решались в одно касание. Здесь было высочайшее доверие каждому члену команды. И это позволяло им раскрыться. Каждый работал, использовал весь свой потенциал. И в этом было его искусство как руководителя, который мог нацелить любого человека на выполнение той роли, которая ему отведена. Геннадием Маркеловичем была создана практически региональная вот эта вот схема, структурное районирование Кузбасса, которое позволяло затем проводить исследования для различных целей. Это шахтная гидрогеология, оценка водопритоков, углеразрезы. И вот как бы геоэкологическая безопасность хозяйственно-питьевого водоснабжения как такая комплексная большая проблема, затрагивающая и изначальное состояние природное подземных вод, и затем антропогенную составляющую, как повлияли на качество воды воздействие разных отраслей промышленности, добычи, и как потом в связи с этим эту воду довести до потребителя. Вот такая вот огромная комплексная задача, она как раз и решалась. Все кузбасские города, ну, кроме вот Кемерово, ну, Кузнецка, такие более мелкие города, они обеспечены водой за счет подземных источников, как и город Томск сейчас. Вот. И там возникли проблемы сложные, скажем, шахта загрязняет, а тут питьевые воды, они взаимодействуют, связаны. Поэтому актуальность это колоссально. И он действительно для Кузбасса очень много сделал, разобравшись во всех вопросах, откуда именно такая вода, сколько ее, куда она там течет, куда направляет, как изменяется, что может быть под действием вот тех же разрезов угольных. Это он все делал очень качественно. Однажды я была в Сочи на пляже,
это было много лет тому назад, и совершенно случайно разговорилась с двумя мужчинами. Кто, откуда, что? Они, я говорю, из Томска. О, у вас очень известный гидрогеолог есть. Они оказались из Алматы люди. Я говорю, ну вы мне скажите, кто? Ну вы же, наверное, не знаете, вы же физик. Я говорю, ну все-таки. Ой, это очень большой ученый, замечательный ученый. Я говорю, ну вы мне скажите. Геннадий Маркелович Рогов. Геннадию Маркеловичу можно было поспорить, даже поругаться у него в кабинете, и все это оставалось потом, ну, естественно, примирение, обсуждение, кто прав. Иногда он даже признавал нашу позицию, чаще, конечно, его позиция была. А стружку он снимает? Снимает. Я бы не хотел, чтобы он когда-нибудь с вас ее снял. И причем он снимает не так, что там стучит. Он скажет спокойно, но настолько весомо и настолько обоснованно, что никакой обеды, и только думаешь, вот черт, промазал. Он мог сделать такую вещь, вызвать меня заранее, сказать, вот такие трудности ты можешь столкнуться. Продумай, как их преодолеть заранее. И потом, когда эти решения кем-то принимались, вовне института или внутри института, мне удавалось защититься. Мне всегда импонировало, что Геннадий Маркелович один раз в две недели приходил, садился вот на это вот место и спрашивал, ну у тебя там чай-то найдется? Найдется. И вот за чаем что-то он рассказывал, и он вот такой формой беседы заставлял меня полностью раскрыться и рассказать ему все свои тревоги. У меня были непростые выборы здесь, в медицинском университете, очень непростые. И я знаю, что Михаил Андреевич сильно дружил с Роговым. И вот на эту выборную кампанию, последнее заседание, когда выборы проходили, приехал Геннадий Маркелович. Но он человек мудрый очень, он, по-видимому, предвидел результат. И когда вот все закончилось, Михаил Андреевич выходил, вот я первый, что увидел около Михаила Андреевича, Геннадия Маркеловича. И он под руку шел по коридору, обнимал его, что-то его там успокаивал, поглаживал. Вот в этом весь Рогов. Да, Ступин демократичен. Это большой, я считаю, плюс в руководстве, потому что это снимает мелкие всякие неприятные, может быть, возникающие во взаимоотношениях проблемки. А другое, я бы сказал, более, может быть, важное, как для руководителя, это широкий кругозор. Широкий кругозор. Геннадий Маркелович всегда видел вещи широко. Он видел их из позиции университета, он видел их с позиции области, он их с позиции республики видел, как России. Какой хороший мужик Рогов. Вот дословно, вот это вот словосочетание, какой хороший мужик Рогов, мне запало вот в юношескую мою голову. И потом, вот долгие годы, зная Геннадия Маркеловича, я все время общался с ним именно в ракурсе вот этого словосочетания. Хороший мужик. И вы знаете, очень точно мой папа сказал, что он прежде всего вот там ректор, там председатель совета ректоров, заместитель председателя Союза ректоров России, десятое все. Он очень хороший мужик. Вот это действительно очень много сказано. Он сверхпорядочный человек. Этот человек, вот несмотря на большую загрузку, все-таки университет – это очень серьезное большое хозяйство. Да? И несмотря вот на это все, Геннадий Маркелович любит жизнь. Понимаете, он воспринимает эту жизнь. Он видит радости жизни. И вот мне это очень нравится. То есть рыбалка, охота, все. И вот это все параллельно идет с большой, тяжелой, напряженной работой. Хорошо известно, что среди ректоров это великий охотник и великий рыболов. И вот у него были зимовья, куда он, так сказать, вот мог приехать знакомые. И он мне рассказывал. Однажды, говорит, решил одного декана, так сказать, как-то приобщить к этому. Приехали мы, значит, в эту избушку там, хозяйка, ну, захожу, хозяйка говорит, ну, давайте, они уже знали, там, вот мы тут поставили, там, пельмени или что-то готовить. А я говорю, я не один приехал с деканом, а она говорит, привяжите его во дворе. Ну, подумали, что это что-то такое. Ну, причем, когда я рассказываю это в том числе и деканам, ну, всем становится весело, и вот я думаю, что какое-то такое радостное вот ощущение вот сладости жизни, вот Геннадий Маркелович, он, конечно, оставил вот во всех НАТО. Что касается его спортивных, вот, это был удивительный защитник вот, в футболе. Причем у нас иногда случалось, что мы устраивали встречи даже на стадионе «Труд»,
Ну, с ветеранами томского футбола, конечно, с профессионалами. И они, конечно, должны были нас, так сказать, вот людей от науки, которые тоже хоть якобы умеют играть в футбол, они, конечно, должны были нас размазывать, ну, то есть по счету. Этого не получалось. И больше всех они не могли пройти Рогово. Причем профессиональные игроки, они даже злились, он чуть ли никогда. Все, что угодно я делал, он всегда выбивал мяч. То есть он свою задачу выполнял идеально, причем не шумно, не ярко, ну, не пафосно, а вот именно так, как это надо. Мне много раз приходилось наблюдать его отношение к семье. Это были очень теплые отношения. Он, вот бывает, где-то в какой-то ситуации может проговориться. Вот у меня внук. Там, вот у меня там дочь. И он гордился внуком, гордился дочерью. Очень тепло относился к своей супруге. Это было видно на каждом шагу. Буквально там, если она где-то ему звонит, он тут же как-то вот, даже я бы сказал, теплел в глазах. Мы живем в очень прагматичное время, вот чрезмерно прагматичное. Когда вот ситуация, вот цель... Вот путь к нему, к этой цели наименее короткий, на все наплевать. Как бы напрочь откидывается подчас человеческий фактор. И чем моложе люди, тем больше это заметно. Я это с полной ответственностью говорю. Вот. Чему я учился, в том числе Геннадия Маркеловича, и вот того же Михаила Андреевича, так сказать, вот доброму человеческому отношению к людям. Мы томичи, и мне в силу работы и жизни в Москве удается на себе лично прочувствовать отношение к нам, томичам и сибирякам. Будь то органы власти, или общественные организации, или просто люди, живущие в Москве, к нам относятся с глубочайшим уважением. И уж если говорят томские, то это характеристика, дополнительная, позитивная характеристика личности любого человека. Конечно, огромное количество людей формировало этот образ в Москве томича. И я считаю, что огромная роль в этом принадлежит нашему ректору Рогову Геннадию Маркеловичу, светлому человеку, настоящему ученому, руководителю одного из ведущих строительных университетов не только в стране, и в мире. И за это мы его помним светлой памятью. В Новом Завете есть притча о трех рабах, которым хозяин подарил монету под названием «талант». Один закопал свой талант в землю, второй разменял и потратил его, а третий приумножил. Геннадий Маркелович свой талант раскрыл и приумножил, но главное создал условия для всех, кто был и остается с ним рядом. Символично, что происходило это в архитектурно-строительном университете, ведь строители во все века были истинными созидателями. Они воплощали в жизнь дерзкие идеи, они снова и снова заставляли верить в безграничность человеческих возможностей. Они своим трудом создавали условия и для современников, и для будущих поколений.